Друзья, всем привет! С вами Олеся Селезнева. И я хочу поделиться, что же сегодня со мной произошло. А произошло, друзья, вот что. Только что я дегустировала совершенно новый, совершенно уникальный кофе Гоу. Да-да, возможно, вы спросите, что же это за кофе? Это действительно нанотехнология на кофейном рынке. И могу сказать, что мы первые в Оренбурге, кто этот продукт привез на тестирование нам, жителям города Оренбурга. Могу сказать, что не секрет, да, что есть кофейный бизнес, что есть очень много кофеин, и сейчас по статистике все больше и больше людей уделяет внимание именно качественному кофе. Так вот, это действительно для любителей, ценителей кофе будет просто бомбовый продукт. Я объясню почему. Во-первых, это 100% арабика. Она идет не просто кофе, который нужно варить в турке, в кофемашине, а это совершенно новая интересная технология, которая позволяет заварить свежемолотый кофе в условиях офиса, будь то вы летите в самолете, едете ли вы в поезде. В общем, вот такой уникальный пакет. Это нужно, друзья, увидеть, как идет заваривание. Поэтому именно тебя я приглашаю на дегустацию с меня кофе. Приходи. А почему ты должен захотеть попробовать этот кофе? Да потому что у этого кофе оригинальные вкусы, которые не могут не понравиться. Это и классическая арабика, которая придется по вкусу абсолютно любому человеку. Для гурманов я смогу предложить вкус черешни, который наиболее мне понравился. А также апельсин. Перед Новым годом ассоциация мандарин, елки и, конечно же, кофе Гоу со вкусом апельсина. А также сегодня мы еще попробуем горький миндаль и ирландский крем. Да, друзья, и это все кофе Гоу. Могу сказать, что этот кофе меня покорил своим ароматом, своим тонким вкусом. Уже когда открываешь пакет и достаешь из него дрип-пакет, аромат стоит просто потрясающий. И бывает так, что мы начинаем день с какого-то плохого настроения, что-то нам не нравится. Мы выпиваем чашечку кофе и заряд энергии, бодрости, я вам обещаю. Поэтому, если ты любишь кофе, если ты еще не решил, что же подарить своему близкому на Новый год, я жду тебя по адресу Пролетарская, 27, либо звони по телефону, контакты увидишь ниже, и я обязательно дам тебе попробовать и расскажу, что же это за уникальный кофе и где его купить. До встречи! С вами была Олеся Селезнева. Если вам понравилось просмотренное видео, ставь лайк и подписывайся на канал. Также, чтобы просмотреть другие интересные видео, кликайте по ссылке на экране.